Вопросы создания Большого Екатеринбурга и подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года обсудили в рамках рабочей встречи губернатор Евгений Куйвашев и депутаты городской думы Екатеринбурга от фракции «Единая Россия». Губернатор подчеркнул, что в таком формате встреча проходит впервые, но дает начало череде открытых обсуждений на актуальные темы в режиме одного раза в месяц. Инициатором разговора с депутатами выступил лидер региона, отметив, что, цитата, «все мы работаем в одной команде, и актуальные вопросы необходимы решать сообща». Губернатор заявил, что необходимость создания Большого Екатеринбурга назрела. Сейчас нет смысла на окраине одного города строить, например, новую школу, если она есть в 200 метрах, но уже в другом городе. Такая же ситуация с детскими садами. Таких нюансов много. Это и транспортная доступность, и социальное обслуживание, медицина. Он отметил также, что опыт региона в России предлагает три пути перехода к созданию Большого Екатеринбурга. Ассоциация городов-спутников, агломерация Большой Екатеринбург и объединение муниципалитетов. Евгений Куйвашев отметил, что все предложения по реализации проекта «Большой Екатеринбург» принимаются в рабочем режиме и один раз в месяц будут обсуждаться в формате открытого разговора. Он также отметил, что планы по созданию Большого Екатеринбурга напрямую связаны с программой подготовки Свердловской области в 2018 году к чемпионату мира по футболу. Столицу Урала ждут немалое вливание федеральных средств, что положительным образом отразится не только на центральной части города, но и на инфраструктуре городов-спутников. Евгений Куйвашев также предложил депутатам делегировать представителя городской думы в организационный комитет по подготовке Свердловской области к чемпионату мира 2018. Артемовский городской округ, конечно же, не огромный город, однако и он состоит из множества населенных пунктов. В такой ситуации возникает много вопросов, связанных с транспортной составляющей, энергоснабжением, общей логистикой инфраструктуры муниципалитета. Все эти проблемы необходимо решать комплексно, учитывая интересы всех населенных пунктов, входящих в округ. Эта задача крайне непростая. Нужно принимать в расчет также медицинскую и социальную сферу обслуживания населения, уровень ее доступности и качества. Перед администрацией Артемовского городского округа и городской думой стоит ряд задач, многие из которых требуют немедленного решения. И только практическая совместная работа этих органов и других служб позволят их решить.